Хе-хей! Слыхали? В Стиме новый файтинг на днях вышел. Killer Instinct. Инстинкт убийцы. Я тут сейчас поиграл и скажу вам... Погоди, разошелся. Killer Instinct вышел еще в далеком 94-м для аркадных автоматов. В 95-м для SNES, потом для Game Boy и, наконец, Gold-версия для Nintendo 64 в 96-м. Но если для тебя это на днях, то поздравляю, у тебя провалы в памяти. Да ты не понял. Нет, это ты не понял. Обзоры древних игр у нас в другой рубрике. Вот, кстати, ссылочка на экране. Так что давай-ка, знаешь. Ладно, давай по порядку. Действительно, оригинал игры вышел очень давно. И в свое время я, как и ты, и как и многие зрители, думаю, о нем даже не слышал. Ведь не секрет, что игровые приставки в России в ту пору были редкостью и дефицитом. А игровых автоматов такого типа вообще не было. Поэтому добавлю капельку истории к тому, что ты уже сказал. Killer Instinct действительно создавалась для специальных игровых автоматов, которые развлекали детвору в больших торговых центрах, попутно вытрясая мелочи из кошельков их родителей. В 90-х на Западе это было модно и вполне привычно. Все файтинги, да и не только, выходили на автоматах. Затем, как уже было сказано, инстинкт убийцы поселился на приставках Nintendo, после чего в игровой серии последовало затишье. Ровно до 2013-го, когда Microsoft Studios впихнули свеженький ремейк оригинала в стартовый набор игр для Xbox One. А нынче славный старичок посетил ПК. По сути, франшиза переживает как минимум третье рождение, если брать во внимание переход от автоматов к SNES. Издателем вновь выступают мелкомягкие, но вот разработчик в который раз сменился. На сей раз это студия Iron Galaxy. Вот такая история у этой серии. Не ожидали? Консольщики-то, может, и слышали о ней раньше, а вот у заядлых пекарей практически не было шансов. Что ж, перейдем к обзору. У игры есть отдельный сюжетный режим «Владыки теней», но вот сценарий в нем расписывать совсем не хочется. Его тут кот наплакал. В оригинальной игре он еще как-то выделялся среди других файтингов. В данном же ремейке он урезан вдвое, причем вся самобытность про инопланетян и новейшие технологии убрана, а оставленный кусок тупо повторяет историю всем известного завоевателя миров Шао Кана, который пришел в наше измерение из портала, открытого могущественным магом Шанг Цунгом, обожающим красть души поверженных врагов, которому поработить землян мешает некое условие, и прежде придется победить лучших воинов Земли. Имена, конечно, здесь другие, но только в них и отличие. Немного разнообразия вносит то, что аркадный режим выбора заданий в сюжетке дичайше напоминает XCOM или UFO. Они киборги! Они заполонили всю планету! Они! Серьезно, сходство поразительно. Мы можем отправиться на задание и выполнять его самостоятельно. Либо отправить туда агента, чтобы он выполнил его без участия игрока. И компьютер рассчитывает вероятность успеха бойца на задании. Провал равняется потере посланного бойца. Но даже в случае выполнения задания игрок получит меньше наград, если непосредственно не участвовал в операции. Также кусочки сюжета подаются при прохождении в одиночном режиме подобие Mortal Kombat-овской лестницы. Для каждого персонажа имеется три концовки с мультиками. Первая, если просто всех победил, остальные две, если выполнил в бою определенные условия. Довольно занятно, но с другой стороны, перепройти лестницу каждым героем по три раза? Свят. Кстати, ростер бойцов порадовал. Многие перекочевали прямиком из оригинала, и фанаты их легко узнают. Но для тех, кто не знаком с серией, скажу, кого здесь только нет. Пират-нежить, вервольф, киборг, инопланетянин, демон, мумия, боксер. О, а боксер-то какими судьбами в этом цирке уродов оказался? А еще там есть какой-то индеец, до боли напоминающий Найтвульфа, даже дизайном и приемчиками.
Ай-яй-яй. Ну и как обойтись без приглашенных звезд? В 9-м МК были Фредди Крюгер и Кратос. В 10-м Джейсон, Хищник, Чужой. В Инжастисе был Лобо, например. Зато тут есть Арбитр из Хейло, Генерал Рам из Gears of War и, о чудо, светочей моих, Рэш из Battletoads. Я, блин, чуть не прослезился, а в жопе детства заиграла 8-битную симфонию. В общем, всего 29 колоритных и запоминающихся персонажей. Теперь об игровом процессе, вернее, о боевом процессе. В игре нет традиционных раундов, просто побежденный отдышался и ринулся в бой. У него появляется другая шкала здоровья, а у победителя остается прежняя, а вторая про запас, пока первая не иссякнет. Напоминает все тот же Injustice. Для комфортной и эффективной игры нужен геймпад. Вот прям так. Нужен! Капсом. Часть приемов попросту неудобно выполнять на клавиатуре. Хоть и сложными их особо не назовешь. Кстати, механика боя здесь очень самобытная, ее прям стоит изучать, если хочешь всех нагибать. И стоит она на двух столпах, первый из которых – комбо. Никаких конкретных последовательностей ударов, как в МК. Импровизируй. Но для начала советуем отправиться в додзё и пройти обучение основам. Как грамотно начать комбо, как завершить, как прервать вражеское. И это очень важно, так как вся игра строится по сути на комбо и... Комбо-брейкерах! Не научишься блокировать и прерывать атаки противника, станешь очень удобной грушей на весь раунд. В то же время, несмотря на отсутствие заданных изначально сочетаний клавиш для выполнения боевых комбо, есть определенные правила их построения. Суть заключается в последовательности различных типов атак. Неверная последовательность оборвет ваше комбо. Длина комбух, неизменно влияющая на наносимый урон, зависит в основном от вашего мастерства, однако имеет и предел, который демонстрирует шкала на экране. Прерванная противником, либо оставленная без специального завершающего приема комбо, почти не наносит урона. Все нужно делать вовремя. Не успеешь провести завершающий удар до заполнения шкалы предела, потеряешь инициативу. Но если все получится, то голос за кадром вас похвалит. Он тут вообще привык каждое комбо комментировать с использованием различных пафосных эпитетов и превосходных степеней, как и в оригинале 94 года. Очень важна скорость проведения приемов в связках. Одни движения нужно выполнять медленнее, с задержкой после предыдущего удара, а другие как можно быстрее. И к некоторым атакам я никак не мог привыкнуть. К примеру, почему-то тяжело давались удары в прыжке, которые все время срабатывали то слишком далеко от противника, то уже после приземления. Напоследок есть и завершающее ультра-комбо. Нечто вроде бруталити из МК, когда у оппонента останется менее 15% здоровья, определенное сочетание клавиш эффектно покончит с его жалкими трепыханиями. Что ж, рассказали об атаках, теперь о комбо-брейкерах. Кого? Комбо-брейкер? А, это ты про тот канал с Ютуба, да? А он здесь при чем? А. Ясно, ясно. Так вот, прерыватели комбо – очень важный аспект Killer Instinct. Как и все остальное, их нужно выполнять вовремя. А поскольку основных ударов имеется три типа – слабый, средний и сильный, то и прерыватели на каждый тип свои. А значит, либо придется полагаться на удачу, либо тренировать отменную реакцию и учить, как выглядит внешняя анимация каждого типа ударов у каждого из 29 бойцов. Жуть. Есть в боевой системе и еще целый ряд фишек и нюансов. Теневые приемы, режим инстинкта, неблокируемые атаки и так далее. Но обо всем не расскажешь, конечно. Присутствует внутриигровая валюта KI Gold, которую можно приобрести за реальные деньги и потратить в местном магазине на альтернативные скины бойцов, артефакты в режиме Владыки Теней, модификаторы опыта, а также на разблокировку игрового саунда, концепт-артов. Хотя все это можно открыть и постепенно, набирая опыт в игре. Работает система поощрения активности игроков в виде ежедневных испытаний с последующими наградами. Как правило, испытания касаются сетевых режимов. Да, их, как и одиночных, несколько. В игре вообще есть чем заняться.
Да и онлайн бодрый благодаря кроссплатформенности для Xbox и ПК. В Killer Instinct, как в любом уважающем себя современном файтинге, есть кастомизация. Главным образом бойцов, конечно, но и личной карточки игрока. И, надо сказать, не бедная кастомизация. Музло в игре грохочет олдскульное. Самое что ни на есть, прям бодрит. И, как я уже сказал, саундтрек продается. И напоследок хочется отметить, что все это великолепие продается в Стиме за весьма разумную цену. 699 рублей за стандартное издание без скидки. Тогда как приобретающие игру в майкрософтовском магазине переплачивают раза в 4. Не говоря о том, что персонажи им доступны не все. И их тоже нужно докупать. Так что, игру-то будешь советовать? Советовать буду. Несмотря на блеклый сюжет, перед нами очень интересный, самобытный, а главное драйвовый и захватывающий файтинг. Кроме прочего, проверенный временем. Иными словами, в полку годноты прибыло, доставайте геймпады. А мы машем вам ручкой, до новых встреч в новых видео. Вы это, ребят, если смотрите нас впервые, советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А уж мы постараемся вас не разочаровать.